Привет, вы на канале техноблогер Михаил. И сегодня я делаю распаковку моих новых Hot Wheels. Я собираю коллекцию внедорожников. И вот у меня уже два есть еще в коллекцию. У меня была вот такая Toyota. Я делал на нее распаковку. Такая фигня Toyota. И сейчас буду распаковывать вот эти вот два. Тоже они два, тоже пикапы. Toyota пикап и вот эти вот два пикапа. Только она, вот эта вот, она не внедорожная, она заниженная. Mazda. Вот такая вот. И сейчас будем распаковывать. Начнем с Mazda. Осторожненько открываем. Не задеваем машинку. Осторожно. Одеваем ножиком. И отрываем. Вот. Пользуйтесь лайфхаком. И так можете более-менее сохранять упаковку. И все. Не будете там рвать, все такое. Будет такая целая более-менее коробка. Вот такая вот Mazda. Зеленого цвета. Вот такой вот у меня передок проработанный. Фары, поворотники, значок есть. И вот такая задняя часть. Такие вот белые диски. И вот такая вот информация. Можете делать скрин, если вам нужна информация. Вот. Mazda 2016 года. Вот такая зеленая. Идет в мою коллекцию пикапов. Так, теперь открываем рам. Рам 2020 года. 1500. Открываем. Осторожненько. Аккуратно. Не повредить машинку, главное. Делаем надрезики. Поддеваем ножиком. И отрываем. Чуть-чуть неровно оторвалась. Но ничего страшного. Откладываем коробку. И вот такой вот рам. Его спереди написано рам. Но не так видно вам. И вот можете прочитать. Не так отчетливо, но написано. Вот так вот выглядит сбоку. Вот так вот спереди. Вот так вот сзади. Сверху и снизу. Скриньте информацию, если вам нужна. 2020 года, рам 1500. Вот такая вот машинка. 2019 года. Вот такая вот
машинка. Они две похожи. Тоже два таких внедорожника. Такие вот два пикапа. Такие вот прикольные. И вот такая вот коллекция у меня теперь есть. Есть у меня 6 спортивных и 3 внедорожника. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать вот такие вот классные видео мои новые. Ставьте лайки и всем пока-пока!